В эфире программа «Библейские чтения». С вами автор, ведущий Николай Арефьев. Мы с вами в рубрике «21 век и дух пророчества». А тема сегодняшнего выпуска – «Союзники Израиля и дух Антихриста». Это продолжение темы о современном Израиле и тех событиях, которые в нем происходят в настоящее время – и в предыдущих выпусках я вывел такую мысль и доказал ее аргументированно, что современный Израиль вот в этой его войне не поддерживается Господом, Богом. Сегодня я хочу к уже предъявленным аргументам добавить еще один. И этот аргумент, он уже обозначен в названии выпуска. Союзники Израиля. Если мы с вами обратим внимание на стратегию Господа Бога, Его престола, в любых войнах, но когда мы говорим о войнах, то имеются в виду те войны, которые Господь Бог вел в защиту своего народа. Это были локальные войны, это были глобальные войны, это были моменты, когда Господь Бог поддерживал одного всего лишь человека, например, Авраама. Вы помните, когда Авраам отбивал буквально своего племянника Лота, его имущество, ну и всех горожан Содома от нескольких царей. Это не была война Авраама, согласитесь, ну, пастух, он не способен совершить такую победу. За него сражался, скажем так, Господь. И если мы внимательно проанализируем все войны Старого Завета, найдем в них одну очень важную особенность. Господь не использовал силы союзников. То есть, если действовал Господь, там больше никого не должно было быть. Это легко очень доказуемо. Мы перечитываем тексты Писания. Ну, например, вы помните, война, которую вел Гедеон, Господь не позволил Ему даже собрать войско несколько тысяч, там было 300 человек. Уже мы не говорим ни о каких союзниках. Напротив, когда, когда Израиль, когда. Цари израильские, они нанимали армию со стороны, или они призывали союзников, то их ожидало сокрушение, поражение и стыд, посрамление. Господь Бог не нуждается ни в какой помощи. Если мы говорим о помощи Господа Бога, это помощь сверхъестественная и помощь доминирующая – там не может быть никого и ничего рядом, вблизи, более, когда действует Господь. Война сирийского императора против иудейского царства, против Иерусалима, который в то время был возглавляем царем Езекии. В то время жители иудейского государство было как ну, небольшая жалкая горская овец против громаднейшего войска. Вспомните, каким образом был поражен ассирийский э, этот корпус военный. Ангел с неба поразил около 200 тысяч воинов. Война таким образом завершилась. В другом месте мы читаем, как победу совершил царь Ахав с небольшим очень войском. Что тогда происходило? В том случае, в том случае у Ахава, у его воинов, да, с одной стороны, было вдохновение, но никогда такая жалкая горска, она не победит такого могущественного соперника. Прежде чем Ахав выступил против своих соперников, на стан этого войска сошел осязаемый страх. Они просто были поражены страхом этой нисходящей волны силы от Господа. Можно приводить массу примеров в этом отношении. И когда мы с вами наблюдаем наблюдаем, что вот современный Израиль совершает свою войну и ведет какие-то победоносные военные операции, то заявление о том, что эта война ведется при непосредственной поддержке Господа Бога, никаким образом не объяснимо, не доказуемо. Напротив, это заявление. Некорректное, неправдивое заявление. Оно не соответствует стратегии ведения войн с позиции небесного престола. Вопрос следующий. А кто является на сегодняшний день союзниками Израиля? На первый взгляд нам может показаться, что Израиль самостоятельный. То есть оппоненты вот этого заявления, которое сейчас говорю, могут заявить, у Израиля нет никаких союзников. Это независимое государство, которое действует согласно своей там, конституции, своей идеологии, своей религии, но подобное заявление не имеет никаких подтверждений и доказательств. Если обратиться к истории возникновения государства израильского, а это решение, которое было принято под эгидой Организации Объединенных Наций в 1948 году, то начало, начало создания вот в то время израильского государства представляет нам с вами небольшую, небольшую аграрную страну. В основном это были колонии, занимающиеся сельскохозяйственными работами. У них не было армии своей, ну, достаточной для э, серьезных оборонительных даже действий. Еще не было создана промышленность как таковая. Э, не был установлен и какая-то политическая платформа и так далее. Еще ничего не было. Вот начинает зарождаться государство. А теперь послушайте, через 8 лет Израиль уже является участником так называемой шестидневной войны. Это 1956 год. И у меня возникает естественный вопрос. Естественный вопрос. Почему Израиль победил в этой войне? И ответ однозначный. Ответ однозначный. Потому что в 1956 году у Израиля была очень мощная армия, там ну, не меньше 200 тысяч людей, может чуть меньше, 200 тысяч воинов. Это обученные эм, офицеры. Это обученные солдаты, это спецподразделение, это профессиональная военная разведка, это генеральный штаб, соответствующий генералитет, и к, к тому же, к тому же, мощные бронетанковые корпуса, артиллерия, истребительная и штурмовая авиация. И каким образом я могу объяснить? что или по каким, из каких ресурсов Израиль за 8 лет создал такую армию. И если, ну, понимаете, можно в данном случае сделать такое заявление, что Израиль народ Божий, и у них особенное от Господа такое интеллектуальное развитие, у них все получается исключительно, если даже сказать это правда, понимаете? Но я еще раз хочу подчеркнуть, что в человеческой цивилизации есть достаточно людей, одаренных, обладающих такой ну, необыкновенной эрудицией, каким-то гением определенным из всех народов не только из Израиля. А есть, мы можем какие-то там цифры приводить, но они не убедительны, эти цифры. Если взять в общем и целом народ израильский, то небольшой процент из этого народа относится к каким-то необыкновенным людям, которые вершат историю. И вот таким образом Израиль не смог стать высокоразвитым государством, которым оно является в современном мире. С развитой политической структурой, гражданской структурой, экономикой, культурой в том числе и, конечно, мощным военно-промышленным комплексом. Возвращаюсь к вопросу, откуда у него все это появилось. И ответ, простейший ответ, все это э, приобрести, создать, развивать помогли Израилю его союзники. Но говорить э, помогли, опять же, не совсем точно. Помогать это начать и закончить. То есть изначально у Израиля были союзники, были кураторы этого государства, которые помогли ему и сделали такое мощное финансовое влияние, чтобы это государство в короткий срок обрело ну, такую мощную позицию посреди ну, достаточно агрессивного арабского мира. И вряд ли кто-либо оспорит то, что я сейчас здесь сказал. То есть все то, что имеет сегодня Израиль, его обученные войска, его ну, его техника в военно-промышленном комплексе, его там, ракеты и опять же очень эффективная разведывательная база не является его достоянием. Это все с подачи союзников Израиля. Не думаю, что по этому вопросу, есть необходимость какой-то предметной полемики. Это налицо, это очевидно. Никаких контраргументов мы не имеем в этом отношении. Это элементарная геополитика, которая строится в мире по различным соображениям и по различным интересам. Вернусь к вопросу, опять же, кто является на сегодняшний день и являлся изначально союзником этого небольшого государства Израиль. Однозначно это Соединенные Штаты Америки и европейские страны. Те страны, которые составляют военно-политический ну, военно-политическую политическое представительство, представительство в Североатлантическом Союзе, в военном союзе. Это страны, обладающие ну громадным экономическим потенциалом и, опять же, еще мощными военно-промышленным комплексом. Ну, к этим странам мы однозначно относим Соединенные Штаты Америки, которая э, уверенно держит пальму первенства в вопросах э, вооружения, производства вооружения и э, поддержание своей базы военной, военно-промышленного комплекса ну, в очень высоком, таком активном, качественном состоянии. Это и Франция, это Великобритания, это Германия. Это союзники на сегодняшний день Израиля, которые, за счет которых и посредством которых Израилю представляется такая возможность совершать серьезнейшие очень победы на поле боя. Опять, все это очевидно и все это понятно. Это политика, это политика. Но я какой вопрос-то поднимаю? Почему Господь Бог не помогает современному Израилю? Возвращаюсь снова к ответу. К ответу. Когда мы говорим с вами о современных союзниках Израиля, то здесь я употребил такой термин: что союзники современные Израиля они водимы Духом Антихриста. Где доказательства вы спросите, я постараюсь найти доказательства в книге Откровения, в частности, 13 главе. 13 глава открывает нам с вами панораму воцарения Антихриста, предпосылки этого воцарения, и говорит нам следующее. Каким образом воцарится Антихрист? Посредством чего? Посредством чего? Что, что подтолкнет все народы мира поклониться так называемому зверю. Я читаю. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордые богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Характер зверя следующий. Он побеждает. За счет чего? За счет невероятной силы. Когда мы говорим о силе, то мы подразумеваем прежде всего силу военного характера. Но если обратиться к древним цитатам некоторых императоров, в частности ассирийского, он сказал такую коротенькую и верную фразу: для войны нужно, нужен совет и сила. Что такое совет? Совет – это мудрая аналитика основанная на э, собранной обширной информационной базе, чем обладают сегодня союзники э, Израиля. И это бесспорно, что сегодня э, в настоящий момент, э, в настоящий момент э, информационным полем вот мирового э, порядка настоящего владеет однозначно. Это Соединенные Штаты и его союзники. Технологии, которыми апеллирует сегодня Северная Америка, они на пять лет опережают разработки японских технологов. Таким образом, опять же, пальма первенства в вопросах развития информационного э, поля, э, обладания информацией, аналитическими способностями, искусственный интеллект. Это союзники Израиля, которые в этом месте, в, этом, в этой области не имеют себе равных. То есть, говоря таким образом, есть, ну, если мы находим с вами какую-то часть стран, обладающим такой невероятной силой, колоссальным военным потенциалом, то это уже ну, готовая база для воцарения Антихриста. То есть союзники Израиля, они потенциальные участники царства Антихриста, его силовая структура. Снова, нужны ли здесь доказательства? Однозначно э нет. Военные технологии развиваются сегодня в геометрической прогрессии. И вот наступит время, когда, когда некоторая сила, некоторый ну, альянс военный, не обязательно, что это будут вот эти конкретные страны, но я говорю о духе Антихриста. Дух Антихриста выражается в том, чтобы вооружаться и захватывать информацию, владеть информацией, какая бы ни была эта страна. Знаете, положение в мировой политике, оно может меняться кардинальным образом, оно может трансформироваться, но принцип остается тот же. Для войны нужен совет и сила. И вот имеющие совет, имеющие силу сегодня союзники Израиля. Мои оппоненты могут сегодня возродить, возразить мне, и я не однажды в таких дискуссиях участвовал. Говоря: послушай, послушай, но ведь Западная Европа и Северная Америка это цитадель христианства. Мне еще, ну, некто заявляет, да не только мне, это известно всем, что причина или предпосылка бурного экономического роста, развития, процветания Европы и Америки является их христианское мировоззрение. Здесь я возражу. Да, с одной стороны... И Западная Европа, и Северная Америка ну, в своей конституции определяет свободу вероисповедания, в том числе христианского мировоззрения. Если размышлять глубже, то перед началом Второй мировой войны, перед началом Второй мировой войны, это конец 30-х годов 20 -го века, в так называемой фашистской Германии – не было ни одного процента атеистов или людей, которые принадлежали какой-то иной религии. Это были 95 процентов христианские протестанты и 5 процентов, опять же, христиане-католики. Христиане-католики. И те, и другие консолидировались в том, Чтобы поддержать Адольфа Гитлера в его идее обладания миром захвата и установления на Земле какого-то определенного нового мирового порядка, но если говорить об успехе, который способствовал и странам Западной Европы и Америки, это, конечно же, колониальное завоевание. Колониальное завоевание. Послушайте, современная Америка Северная, она построена на крови и на костях убитых ими народов. То есть колонизаторы из Западной Европы пребывали водным транспортом в страны Северной Латинской Америки, Африки в том числе. Они обманывали те народы, они убивали целые нации и захватывали их природные ресурсы золото, серебро, редкие металлы, углеводороды. И тот факт, что в современной Африке ну, люди не могут стать на путь интенсивного развития, это последствия колониализма. Вот колониальной политики, в данном случае западной, европейские страны. Европейские страны и Соединенные Штаты, которые являются, ну, скажем, порождением Европы, порождением Европы, можно смело их назвать вот этим последним Римом, последним Римом, который, ну, он далек от христианского мировоззрения, хотя... Ну, религия весьма-весьма религиозная э, платформа, религиозные общности, они процветают и в Северной Америке, Америке и Европе. Но заявлять, что эти страны стали процветать потому, что они исповедуют христианство, э, ну это э, будет э, невежественно, некорректно, неправильно и неправдиво. Они действуют с позиции совета и силы. Таким образом, мы с вами находим, вернее, рассматривая саму стратегию действия Божьего престола, мы не можем с вами утверждать, что при такой раскладке сил, когда Израиль ну, в большинстве своих действий руководствуется указаниями, и идеологии своих союзников что господь бог может быть на их стороне никак с другой стороны мы с вами читаем ну, в той же книге откровения каким образом побеждает господь господь бог побеждает своей силой небесной, силой своего слова. Ему не нужны танки, ему не нужна артиллерия, истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация. Господь Бог действует своей властью, Он творец вселенной. У него есть легионы ангелов, у него есть руководящие этими легионами архангелы, о которых написано «Произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Мы читаем с вами о том, как был, были собраны громадные войска на место так называемое Армагеддон, и э, седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и э, произошли, от престола раздался громский голос, говорящий «совершилось», произошли молнии, громы, голоса, сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Это действие Божье, ему не нужны союзники. К чему нас нам нас наводит эта э, тема? Если бы дело касалось только политики, о чем разговор, пусть этим занимаются политики, нам какое до этого дело. Но если кто-то заявляет о том, что здесь действует Господь Бог, возникает следующая идея: нужно молиться о том деле, которое э, поддерживает Господь э, Бог. И на сегодняшний день мы знаем, что некоторые и христианские церкви, в том числе, они активно совершают молитвенную такую вахту, и нуждой в этой молитве ставят победа Израиля в войне. Так вот, те, которые молятся об этой войне, они должны знать, что они своей молитвой поддерживают дух Антихриста, дух войны, дух совета и дух силы. И в этом отношении для себя уже все-таки определитесь. Если просто ты не знал о том, что союзники Израиля, они действуют в духе антихриста, ты должен об этом знать. И определить свою позицию перед престолом Господним. И для себя просто представить. А, ну, что с тобой будет? <laughs> то есть, как к тебе отнесется Господь, как на тебя обратится божественная благодать и власть небесного престола. И в этом отношении за лучшее, конечно же, просто прекратить э, это делать. Даже если ты что-то не до конца понимаешь, то лучше остановись э, в этом деле. И сам не греши и не вводи в грех других людей. Наша позиция молитвенная какая? Благоставлять всех, просить Господа Бога, чтобы Он сократил эти дни, чтобы Он как-то воздействовал на эти воюющие стороны, чтобы они остановились, чтобы был установлен мир от Господа Бога, мир тот, который превыше всякого ума. Это наша с вами власть, власть бы чадами э, Божьими. А когда мы с вами будем поддерживать э, э, ну, те силы, которые действуют в духе Антихриста, то э, пользы нам от этого не будет. Да поможет нам Господь и даст нам с вами мудрости.